Обучение в школах Балашихи в новом учебном году организуют по новым правилам. Из-за COVID-19 каждый класс будет заниматься по индивидуальному графику. Для каждого класса определят свое время звонков на уроки и перемены. И закрепят отдельную аудиторию. Межведомственная комиссия уже проверила 136 учебных заведений города. Они полностью готовы к 1 сентября. Всего в Балашихе 171 образовательное учреждение. До конца августа комиссия посетит еще 35 организаций. тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала 2020 года. Благодаря им на станции переливания заготовили 35 тысяч литров крови. 98% доноров сдали кровь безвозмездно. В основном кровь нужна для лечения онкобольных и пострадавших в ДТП. Сдать кровь в Балашихе можно в Балашихинской областной больнице, онкодиспансере и госпитале имени Бурденко. Есть противопоказания. Тяжелые заболевания, ОРВИ, аллергии и другие. Все желающие смогут написать диктант победы в Балашихе на двух площадках. В школе номер 5 в микрорайоне Керамика и гимназии номер 1 в микрорайоне Южный. Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на diktantpobedy.rf. В день проведения акции 3 сентября прийти на выбранную площадку и ответить на 25 вопросов теста. Проверить свои знания можно и онлайн. Подробности на сайте мероприятия. Победителям диктанта победы вручат памятные награды.